Туристический поток в последние годы в Самару увеличился. Об этом рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. В прошлом году регион посетило более 2,5 миллиона туристов. Чаще всего в Самару приезжают отдыхать из Москвы. Это связывают в том числе и с удобной логистикой между городами. Не отстают от столичных гостей и жители Санкт-Петербурга. В Самару также приезжают туристы из соседних регионов. Татарстана, Башкортостана, Оренбурга, Саратова, Ульяновска. Есть и гости из Сибири и Урала. Чаще всего в регион приезжают на машинах. Таких туристов 37%. От общего числа. На протяжении нескольких последних лет мы видим тенденцию к увеличению туристического потока. Уже по результатам первого квартала мы видим достаточно существенный рост. При этом мы понимаем, что первый квартал – это еще не старт туристического сезона. Мы видим большой спрос, мы видим значительное увеличение количества мероприятий, которые проходят в нашей области. И, безусловно, они также привлекают поток как среди участников, так и среди жителей. Благо, сегодня все мероприятия у нас проходят в привычном для нас офлайн-формате. Что касается вариантов размещения, то летом туристы предпочитают селиться поближе к историческому центру, рядом с набережной, и проводят много времени на пляже. Не уступают по популярности и загородные отели, расположенные неподалеку от города. Растет спрос на отдых в Самарской области и среди жителей региона. По словам министра туризма, он и сам периодически проводит неделю отдыха в Самарской области. Проводя отпуск в наших объектах отрасли туризма, я чаще всего остаюсь удовлетворенным тем, что я вижу именно глазами туриста. О своих визитах я не предупреждаю, часто выступаю тайным гостем. Сейчас областные власти рассматривают возможность предоставить городским отелям территории, на которых они могли бы разместить собственные пляжи. Безусловно, это будет такая же красота, которую мы себя представляем в городе. Это будет лицо города, когда на пляжах появятся цветные шезлонги, зонтики, когда все это будет аккуратно стоять, когда каждое утро граблями будут чистить песочек. Областные власти в лице губернатора Дмитрия Азарова оказывают всевозможную поддержку работникам туристической отрасли. Министерство туризма сейчас проводит конкурс на получение грантов на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в текущем году проектов в сфере туризма на территории региона. Средства можно получить на организацию кемпингов и автокемпингов, детских и спортивных зон отдыха, развитие национальных туристических маршрутов, создание круглогодичных бассейнов, приобретение туристического оборудования, создание условий для маломобильных групп населения для туризма. Виктория Шара, Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.